И всем привет, с вами как всегда я, Акрогроман или Живого. В этом видео я хочу вам показать два рабочих способа, где вы можете заработать деньги. Перед началом видео возьмите себе вкусняк и заварите чай. А мы погнали. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня я хочу вам показать одно приложение, где вы можете заработать, также один сайт. Что ж, первым делом вы заходите в Play Market и вводите Reward, мобильный заработок. Вы скачиваете это приложение, открываете и регистрируетесь, если вы еще здесь не зарегистрированы. Если вы уже здесь зарегистрированы, перемотайте немножко дальше, я в описании постараюсь оставить тайм-коды, где что есть. Так, вы видите здесь новые задания, какие я не буду выполнять. Вот, вы заходите вот сюда в новые, здесь задание обновляется каждый час, то есть в 00, то есть, например, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, в 3 часа ночи и так далее. Здесь вы выбираете новые задания. Если вы хотите получить сразу же на бонус, бонусом 5 рублей, вы должны ввести вот этот код. Я его оставлю в закрепленном комментарии. Также ссылки на все приложения и сайты я оставлю тоже в описании. Не переживайте, вам искать ничего не нужно, я вас обманывать не буду. Так вот. Дальше вы в активных, если вы уже выбрали здесь приложение, вы его находите, ну это нужно язык менять, я язык не хочу менять. Например, вы выбрали, открыли приложение, 30 секунд. На следующий день, точно в то же самое время, в котором вы скачали это приложение вчера, вы заходите сюда и открываете. Вот, на второй день открыть именно через это приложение. Самому открывать его нельзя. Именно через это приложение, так как вам не засчитается, вы зря просто просидите. Что ж, это было наше первое приложение. Дальше будет у нас сайт. Сайт у нас называется RuCaptcha. Также это есть и на мобильных устройствах, и на ПК. На ПК можно также в Телеграме работать, только в Телеграме работать, так как приложений на ПК я не нашел. Что ж, вы должны здесь зарегистрироваться. Давайте я, наверное, выйду. Вот, выходим, например, вот здесь войти, или же регистрация, или войти. Вам нужно зарегистрироваться, а я же войду в свой кабинет. Когда вы зарегистрировались, вы нажимаете вот сюда, на вот эти вот три такие полосочки. Вот они сверху были. Дальше вы выбираете работник, потому что вы не разработчик, не заказчик, ты тот, кто предлагает работу. Вы выбираете работник. Дальше мой кабинет. Это важно. Листаете вниз, и вот здесь вот есть код. Вы его должны ввести в приложение. То есть вы заходите в Play Market. Дальше вы вводите RuCaptcha. RuCaptcha Bot. И вот самое первое приложение вы качаете. Если что, сразу повторяю еще раз. Все ссылки на эти приложения или же сайты оставлю в описании, чтобы вам было удобнее. Дальше вы открываете вот это приложение. Здесь вводите свой код. У меня он уже введен. Я его замажу, потому что этот код ни в коем случае показывать нельзя. Вот, вы его вводите, нажимаете out, то есть войти, и ждете. То есть все здесь просто, все здесь чисто и прозрачно, как вы видите. Давайте подождем пару секунд, пока появится капча. На сайте можно проследить, за какой период времени эта капча появляется на этом приложении или же в Телеграме. В Телеграме картинок никаких не будете выбирать, там просто нужно будет текст вводить. Сразу говорю, лучше не обманывать систему и вводить только правильно, потому что вас забанят и могут не разбанить, если вы ошибались, например, не специально, тогда вас разбанят. Если специально, вас забанят навсегда и больше не разбанят. Вот, вы нажимаете «Я не робот». Вам показывается картинка, нужно выбрать транспортные средства. Где вы видите транспортные средства, те картинки вы нажимаете. На те картинки вы нажимаете. Вот, например, еще светлофоры нужно выбрать. Светлофоры вы видели? Все. Нам дали 7 копеек. Здесь очень просто заработать. Я проводил эксперимент. За полчаса работы на этом сайте, там немножко даже меньше, я заработал 4,5 рубля. То есть на донат можно примерно заработать за, ну, за мало времени, так как я работаю на этот RuCaptcha очень мало. И в день у меня получается, как видите, по 7 рублей. То есть вот 7 рублей за ноябрь, за этот целый месяц я уже заработал 26 рублей, за сегодня только 2. И просидел в приложении примерно 20 минут, если не меньше. Всего капч я уже ввел 406, но также я вводил на компе, так что не обращайте внимания. Вот, есть как раз график, где он, где тут у нас, вот, график.
То есть ожидание простой капчи 9 секунд, ожидание рекапчи, то там, где картинки вводить, 19 секунд. Также ставка, сколько вам будут платить. В этот час, в следующий час нам должны платить 23 копейки и 75. Ну, точнее, не 75, а 7 копеек и 2 копейки. То есть здесь по-другому немножко, тут нету точки, поэтому я немножко запутался. Все, вот такие вот простые приложения. Надеюсь, вам все понятно, вы все поймете. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, всем попробую ответить. Ну что ж, с вами был Кровавый Агроман или Живого. Пользуйтесь, собирайте на донат, это все просто и легко. Все, всем желаю удачи, не болейте, здоровья вам и вашим близким. Пока-пока.